И переходим к российским новостям. Незрячие и слабовидящие жители Новосибирской области начали осваивать интернет. Новосибирские программисты создали программы для незрячих людей. Например, информацию, размещенную на сайте регионального министерства по труду, теперь можно не только прочитать, но и услышать. Специальная программа озвучивает новости, объявления вакансии. Это первый новосибирский ресурс, который решили адаптировать для людей с проблемами зрения. В определенное место вставлены специальные символы. Теги вот эти вот самые. Как только она обнаруживает тег, для нее это служит командой для того, чтобы воспроизвести голосом блок, который идет дальше, например, новостной блок. Если это ссылка, то она говорит, там, обнаружена ссылка, вы можете перейти по данной ссылке. К проекту подключилась и городская специальная библиотека. Здесь людей с ограниченными возможностями обучают пользоваться онлайн-ресурсами.